В Мангыстауской области стала традицией в канун Нового года вручать ключи от квартир новоселам. На этот раз 16 выпускников детского дома, жителей города Форт-Шевченко, получили собственное жилье. В только что отстроенных домах еще пахнет краской, а новоселы уже спорят, где будет стоять телевизор или стиральная машина. В настоящее время в Тупкараганском районе на учете на получение жилья состоит 23 сироты. Обеспечить их жильем планируют до конца Нового года. С 1996 года я воспитывался в детском доме. Спустя годы переехал в город Форт-Шевченко. Женился, теперь у меня есть сын. Мы с семьей долго снимали жилье. А теперь, благодаря государству, у нас есть собственная заветная жилплощадь. Спасибо огромное, что заботитесь о нас. Дома построены по третьему направлению госпрограммы «Занятость-2020». Дома двухэтажные, двух- и трехкомнатные квартиры. На строительство из республиканского бюджета выделили свыше 149 миллионов тенге. По району у нас стояли на учете 39 детей-сирот. 16 из них исполнилось 29 лет. И именно они и получили квартиры. Остальные должны дождаться 29-летия. Тогда квартирный вопрос и у них решится.